Итак, господа, рассказываю страшную историю номер два. Короче, жил-был маньяк, который ночью очень часто любил пугать всех в лесу. Страшно, страшно. Но это еще начало, слушайте дальше. Что такое? А, это что такое, господи? Матерь Божья. Сюда, котяра, сюда. Нам нужна пещера. Я же его даже не ел. Я умираю. Что это такое? Ну-ка, идите отсюда, это наша пещера. Слышь? Да-да-да, кыш, кыш отсюда, кыш. Вы что за нами повторяете? Повторюшки, чушки, сгиньте отсюда, кыш. Не, это не сэндвич, кстати. Это, по-моему, это... Как же она называется? Это, по-моему, это маршмеллоу, по-моему. Вай, какой красивый Коша. Киска. Привет, киска, как дела? Я слышал какой-то хруст. Да, походу, какой-то монстр кому-то дал по щам. Мне кажется, кого-то съели, да. Блин. Может, мы ему печенюшку дадим, и он нас отпустит? Может, ты сходишь, проверишь, котяра? Не-не-не, давай ты. Всем отличного настроения, друзья! С вами Котенок Лайк и мой друг Котик Игроман. На улице уже потеплело. Мы собрали наших друзей и решили отправиться в поход в какой-то лагерь. Братюни, ты как, готов пожарить шашлычок? Конечно. Конечно, готов. Погнали. Погнали. А в начале видосика у меня для вас челлендж, друзья. Кто успеет за 3 секунды нажать лайк и подписаться на канал, тот сегодня точно улыбнется. Раз, два, три. И не забудь написать в комментариях, успел ли ты пройти челлендж. Не знаю, автобус не автобус, но автобус сильно не похож. Похоже реально на какой-то грузоперевоз. А почему я не рядом сижу? Ёлки-палки. Ладно, мы все равно в один лагерь приедем, поэтому не важно. Ну да, лагерь будет у нас один, хоть что-то радует. Так, нам не хватает еще 3 чуваков, да, чтобы мы смогли отправиться в путь. Эй, школьники, все сюда! Камон, ребята, у нас будет весело. Да, давайте сюда, у нас есть карты, и, в общем, есть целая куча спойлеров-мстителей. Ха-ха-ха, ладно, шучу. Залетайте, залетайте сюда, есть еще целый один слот. Одно место есть. Давай, вот та девочка, хоть кто-нибудь. О, все вроде бы, а нет. Блин, 2 места, елки-палки. О. Что-то не то, то выходит, то заходит. Ёлки-палки, вас не поймешь, какие-то недовольные. Да, уже один автобус заполнился, даже который был пустой. О, все, все, да? Нет. Да. А, да. О, мы поехали! Ура! Есть, мы стартуем! Гони, водила! Так, интересно, куда же мы все-таки попадем и куда же нас все-таки достать? Ой, туманчик, ёлки-палки, ну ничего себе! Хочешь, я расскажу жуткую историю? Ну-ка, ну-ка. Короче, жили-были... О, подожди, это что это? Это куда это мы приехали? Добро пожаловать в лагерь. О, смотри, здесь еда есть. На-на-на-на-на. Прикольно, прикольно. Мы попали в какой-то прикольный лес, где тут уже, кстати, для нас приготовили 2 палаточки, да? Да, у нас 2 палаточки. Я вот, правда, не знаю. Мы все в одну палаточку, точнее, в 2 палаточки не поместимся, мне кажется. Придется спать друг на друге. Вальтон, да, друг на дружке. О, слушай, ну так, а это что такое? По-моему, закрыть можно. Палатку можно закрыть даже, прикинь. Нифига себе, прикольно. Дверь страдоватая. Я тогда закроюсь один там. Что там будешь делать один, котяра? Не знаю, буду просто один там спать, чтобы никто мне не мешал. Хотя вот тут есть еще какие-то странные, не знаю, что это. Это обычные просто камни, нифига с лестницей. Да, прикольно. То есть туда можно прыгать, но непонятно зачем. Хм, а куда делся наш, собственно говоря, вожатый, который, по идее, должен чего-то нам тут рассказывать или показывать? Тут никого нету. Так, а еда? Что там есть? Так, какие-то сэндвичи. Да, можно. Ну их вроде попозже нам дадут. Когда мы совсем проголодаем. Тут озеро, кстати, есть. Ёлки-палки. Не, ну я бы, конечно, не прочь и сейчас был бы уже поесть, на самом деле. Так, что тут такое? Так, а вот оно, озеро. Да, в озере? Что-то мне кажется... Нет, раздевайся, ты мойся, короче, я посмотрю. Я тебя сниму, в YouTube выложу. Ты любишь смотреть на голых котов? Ты чё, братан? Нет, я ради просмотра. Так, вон пещера. Чего у нас тут такое? Так. Кстати, реально пещера какая-то. Это что такое? Ну да, здесь можно будет прятаться. Мне кажется, или здесь какая-то есть секретная стена? Мне тоже так кажется, но вряд ли. Потому что вот там прям какая-то огроменная щель, прям не знаю, что-то как-то странно. Для чего тут нужна? Мне кажется, это берлога на самом деле какая-то. Берлога каменного человека. Возможно. Колодец, интересно, сюда можно нырнуть? Так, по-моему, кто-то... Да, по-моему, началась уже раздача, кстати, сэндвичей. Там уже вон сэндвичи берут. Сейчас все мои сэндвичи стащут. Так нехорошо, нехорошо. Я не могу его взять. Блин, я тоже дайте не могу. Дайте мне сэндвич, офигеть, хочу сэндвич. Костер хочу зажечь, ёлки-палки.
Ладно, господа, присаживаемся ко мне, расскажу очень страшную историю. Да, жил, короче, один синий кот. Вот. Как-то он выехал, короче, за город. И, собственно, его поймали и на шаурму пустили. Страшно! Страшно, страшно. Кому-то про меня рассказал только что. Да? Опа, это что такое? Нифига, это ночь. Все. В смысле? А чё так быстро ночь наступила? Да, достаем запасные штанишки. Итак, господа, рассказываю страшную историю номер два. Короче, жил-был маньяк, который ночью очень часто любил пугать всех в лесу. Страшно, страшно. Но это еще начало, слушайте дальше. Этот маньяк очень часто ловил всех, в общем-то, школьников, которые в лесу бегают, и утаскивал их в свою пещеру. Ха-ха, страшно! Не, а что там с ними делал-то? Не знаю, что-то в пещере с ними делал. Дальше мне... Что такое? Это что такое, господи? Матери божья. Сюда, котяра, сюда. Нам нужна пещера. Подожди, он что, живой? Ты куда, куда? Офигеть. Ёлки-палки, я просто в шоке, я на него засмотрелся, как на Слендермена, знаешь? Пойдём в пещеру, вот там пропадёшь, я тебе отвечаю. Пошли сюда. Пещеру? Да, направо, направо, котяра. Ты куда? Подожди, а ты думаешь, мы в пещере спасемся с тобой? Да. Погнали, погнали. Пускай там все остаются. Чё-то мне кажется, что нифига, хотя... Блин, это же пещера, по идее, это же его дом. Чувак, что-то мне кажется, ты... Мне кажется, ты переодетый маньяк. Что такое? Быстрее. Радиоактивный дождь? Да, так. Надо в пещеру. Здоровье отнимается. Ёлки-палки, быстрее, быстрее. Пещера. По-моему, в пещере тоже немножко хватает. Ну-ка, идите отсюда, это же пещера. Слышь? Да, кыш отсюда, кыш. Вы что за нами повторяете? Повторюшки, чушки, сгиньте отсюда. Кыш. Все. А смотри, у него сэндвич, нифига себе. Да, кстати, не, это не сэндвич, кстати, это, по-моему, это... Как же она называется? Это, по-моему, это, маршмеллоу, по-моему. Вай, какой красивый коша, киска. Привет, киска, как дела? Чё-то мне кажется, что... А подожди, а он что, должен бежать за ними, что ли? Да я вообще понять не имею. Это пипец как, друзья, интересно. Блин, начал рассказывать страшную историю, и тут раз, появился маньяк. Это реальный. Эта девчонка, короче, прячется в угол и ест печенье втихаря от всех. Блин, ты что, офигела, что ли? Печенюшки, давай. Чё? Я слышал какой-то хруст. Да, походу, какой-то монстр кому-то дал по щам. Мне кажется, кого-то съели, да. Блин. Может, мы ему печенюшку дадим, и он нас отпустит? Может, ты сходишь, проверишь, котяра? Не, давай ты. Чё это? Вон, девочку так, надо. По-моему, вышло оповещение, что солнце сейчас скоро должно появиться. Да, походу, да. Ой-е-е. Мы выжили эту ночь. Интересненько. Прикольно. Опа! Палатки нет. Ух ты, действительно палатки нету. Ну это, наверное, тот самый маньяк палатку... Наверное, себе домой забрал. Спать ему негде было. Смотри, там чуваки появились какие-то. Так, он что-то говорит. Ты не можешь сейчас найти всех игроков, которые были вместе с тобой. Офигеть, ну это да, по-моему, кого-то тут реально съели. Блин, я поесть хочу, господи, дайте мне поесть, я не могу взять ничего. Тут лесорубы, дружище какие-то, или охотники с капканами. Появились? Где? Вон, иди сюда. Не вижу никого. Сейчас подойду. Так, это где? А, да, действительно, смотрите-ка, друзья, появились какие-то странные чувачки. Оленя замочили, засранцы. Есть что поесть? Так, что он говорит? Так, привет, меня зовут Даниэль, я верю в то, что, короче, в то, что вы должны чего-то пережить, короче. Ясно, все понятно. Лондон из The Capital of Great Britain, походу, котяра. На самом деле, тут пипец, у них целая куча капканов. Ты что, решил на капкан присесть? Ходишь там что-то прям на капкане? Так, ну на самом деле, пипец, олень прям не знаю. Оленя жалко, на самом деле, у него же мама и папа были. Оленя на самом деле жалко. И для чего они, интересно, его кокнули? А, я, кажется, понял. Они, наверное, его кокнули и хотят его зажарить. Вот, походу, чё? Возможно. Но зачем ему капкан? Может, они этого монстра будут ловить? Может быть, клёво. А может быть.
Интересненько. То есть, получается, друзья, у нас каждый раз будет что-то происходить. То есть, мы сейчас находимся с вами в каком-то странном лесу, где каждый день чего-то происходит. И, собственно говоря, я так понимаю, что ночью тоже что-то будет происходить. Мы так сидим, смотри, руки вперед. Жесть. Иди сюда, обниму тебя, Вася. Иди сюда. Чего у нас там за дичка? Итак, друзья. Итак, друзья, страшная история номер 3. Нет. Не буду рассказывать. Наступает ночь. Итак, друзья, страшилка номер 3. Ходят слухи, что ночью есть новый маньяк, который... Не знаю, который что делает. Но он есть, это понятно. Но он есть. Мы в пещере начали. А почему мы в пещере? Так, и смотри, тут, кстати, идет тот самый еще до сих пор радиоактивный дождь. Да. Так, сегодня чего-то другой. Шторм, другая ночь какая-то. Интересно. Штормовая ночь. Так, девочка, я опять спрячусь куда-нибудь. Жрет печенье. Ты офигела? Я спрячусь вот сюда. Буду сидеть тут. Это ж тебе не страшный лифт, говорят. О, что за хруст. Парень написал, кто рискнет. Кто рискнет, что? Ой-ой-ой, тоже слышал сейчас хруст, снова еще один. Ну я, наверное, вот все-таки, наверное, вот тут вот постою, мне кажется, тут довольно-таки так хорошо. Кто пойдет? Тут, короче, куда-то надо идти. Но у меня жизни очень мало, я думал, они заполняются с каждым новым раундом, а оказывается, нет. Любопытненько. Но нам в любом случае, скорее всего, надо выбраться отсюда. Надо сходить за корзиной пикника, вон девочка побежала, и принести ее обратно. Да? Блин, а как это сделать? Тут же радиоактивный дождь. Ну, чтобы не помереть. Что-то, по-моему, она не принесла. Походу, никто не пойдет. А как туда пойти? Ёлки-палки. Кто-то идет. Никого не вижу. Чувак. А, парень бежит. Походу, он принес. Ты принес чего-нибудь? По-моему, ничего он не принес. Да, он принес, прикинь, он рискнул. Красава, парень. Родина не забудет тебя. А как мне взять поесть? Есть, у нас появились сэндвичи. Подожди, Бром, не ешь. Мне кажется, почему? Что-то может быть плохое. Не ешьте, пишут. Смотри, вы умрете. Скорее всего, наверное, эти сэндвичи сейчас пропитались радиоактивной штукой. А, я понял, я начал их есть, и у меня здоровье меньше начало становиться. Ты ёлки-палки. Да, я парочку укусиков сделал, и, собственно, все. Ну, пипец. Все, кот, мы прощаемся с тобой. Да не, у меня все, у меня здоровье только немножечко отнялось. Так, ну окей, это была ловушечка. Нельзя было есть эти сэндвичи, потому что они... Что такое? Кто-то мне... Я же его даже не ел. Что это такое? Я умираю! О, ты умираешь! Так я его не съел. Офигеть, чувак! Мне кажется, его надо было, наоборот, съесть. Блин, я, короче, в начало попал. Офигеть, просто был котенок лайк, упал котенок лайк, его просто... Но я уже, видимо, ваш лагерь не заскочу никак. Офигеть, друзья. Интересно, а что-то у нас будет еще этой ночью происходить, или же все-таки все? Нет. О, нифига себе, у нас тут, в общем-то, стена забетонировалась, и отсюда выйти, прикинь, нельзя. Просто нельзя отсюда выйти. Прикол. Нас поймали! Ёлки-палки, нужно найти другой выход. Интересно, а почему именно тебя выбрала? Не знаю, ну, как бы мне уже... Мне кажется, это случайность. Видимо, рандом, да. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Котика Игромана. И, возможно, в другой раз мы еще раз поиграем в эту игру и останемся живы оба. Всем пока!